Как увеличить гормон роста натурально? Полифазный сон неоднократный в течение дня. Физическая нагрузка, наверное, даже сильнее правильного сна, стимулирует выброс соматотропина. Под влиянием тренировок пики выброса гормона роста могут участиться и в 2, а то и в больше раз. И чем выше интенсивность вашей тренировки, тем сильнее выброс соматотропина. Диета или режим питания, чтобы не пугало некоторых. Чем больше в крови сахара и жирных кислот, тем меньше соматотропина и наоборот. Поэтому самый высокий уровень гормона роста наблюдается, когда человек вообще ничего не ест, когда в организм пища вообще не поступает. Призыв есть 6 раз в сутки и даже чаще направлен не на то, чтобы увеличить суточный рацион в количественном отношении. Он направлен на то, чтобы уменьшить уровень сахара и жирных кислот в крови после однократного приема пищи. Таким образом, негативное влияние сахара и жирных кислот на секрецию соматотропина сводится почти к нулю. Аэробные упражнения. Спринтерский бег является лучшим в качестве помощника выработки соматотропина. Температурные стимуляторы анаболизма. Всем известная сауна повышает соматотропин почти в 3 раза, но надо это делать правильно. Каждый день понемногу, от 5 до 15 минут. Дозированное болевое действие. Различные иглоукалывания и шокотерапии. Это не больно. Дозированное кислородное голодание, гипоксическая тренировка, расписывать ее очень долго, как-нибудь в другой раз, или Google в помощь. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!